аккумуляторный блок Дейвер. Battery BP1 для медицинских кроватей. Все, что нужно знать для того, как правильно заменить аккумуляторы, чтобы он продолжал служить вам верой и правдой долгие годы. Первое действие, которое мы делаем, это берем старый блок, выкручиваем 4 винта. И обязательно их вытаскиваем. Далее переворачиваем, вскрываем блок. Здесь уже откинуто. Это перемычка с предохранителем. Снимаем одну клемму, снимаем вторую клемму. До свидания, один аккумулятор, до свидания, второй аккумулятор. На этом подготовительный этап закончен. Ставим перемычку на новые аккумуляторы в такой последовательности. И аккумуляторы заряжаем, подавая на плюс. Плюс на минус минус. Ток зарядки должен быть до 1 ампера, лучше 0,5 ампера. И напряжение должно быть 29,4 вольта, не больше. По тактико-техническим характеристикам данных аккумуляторов. После полной зарядки аккумуляторов приступаем к их установке. Итак, вводная часть. На данной плате есть микроконтроллер, который следит за зарядом аккумуляторов, заряжает их вовремя, ну, в общем, проводит всякие манипуляции именно с аккумуляторами. То есть, когда у вас аккумуляторы выключены, он через него и аккумуляторы, пока не разряжаются, подается сигнал на динамик до 22 вольт. В общей сложности, когда проседает напряжение, он их попросту отключает. Во всем виноват этот микроконтроллер. Поэтому третий этап, как же подключить правильно, чтобы микроконтроллер включился и заработал, смотрите прямо сейчас. Итак, видеоинструкция, как подключить новые аккумуляторы. Значит, мы разобрали полностью блок. Вот стоит плата. Подключили, последнюю клемму не набрасываем и его не включаем. Что делаем первоначально? Первоначально нажимаем на кнопку, чтобы убрать питание с нашего блока. И ждем, пока вот эти две клавиши, вот они погасли, вот эти, стали еле-еле заметными. Значит, статика вся ушла. Подключаем в нужное нам место для аккумулятора разъем до конца. Вот он включен. И только после этого с выключенным питанием на блок подкидываем последнюю клемму и смотрим. Вот загорелась поярче, нажимаем вниз, кровать поехала вниз. При этом аккумуляторы должны быть заряжены каждый на 12-13 вольт. Ну, лучше полностью зарядить их, чтобы они были изначально полностью заряженными. Следующее действие: оттягиваем кнопку и подаем питание и слушаем. Прозвучал тройной сигнал, это значит, что блок начал заряжаться. После чего можно для проверки опять отключить питание, дождаться сигнала двойного об отключении питания и переходе на режим АКБ. Либо же сразу нажать на кнопку. Вот перешел двойной сигнал. И теперь, нажимая на кнопку, видим, что кровать опускается уже от аккумулятора. После чего мы подключаем снова питание. Услышали тройной сигнал. После этого аккумуляторы закрываем. Переворачиваем, закрываем коробку. Можно ее уже устанавливать. И ставим вот эту заглушку. Закрываем на блоке все штекера, чтобы они не выпали. Вот и все. Простая замена. При этом аккумуляторы должны быть заряженными. А далее читаем инструкцию.
к этим аккумуляторам, которая будет прилагаться в виде фотографии.